Жители Михайловского района готовы выйти на митинг. Причина – высокие тарифы на тепло. Вместе с потребителями Ключевского района михайловцы написали обращение к губернатору региона. В нем они рассказывают о неподъемных для многих ценах на коммунальные услуги, в частности на тепло. Например, в нескольких муниципалитетах местные власти приняли завышенные тарифы, а Управление края по государственному регулированию цен их утвердило, говорится в документе. Только за одно тепло жители районов стали платить на 1000 рублей больше, чем в прошлом году. В некоторых квитанциях суммы и вовсе достигают 12 000 рублей. Автор обращения подчеркивает, что если цена за тепло не снизится, им останется разве что вернуться к буржуйкам. Вот у меня супруга 8,5 пенсии, понимаете? Ну и платите. Вот у меня 54 квадрата, я заплатил 5000. Я понимаю прекрасно, что не выдерживает это самое, ну, повышение на уголь, цены угля, там, электричество, то все это накладно для жилищно-коммунального хозяйства. Но масса-то людей не может вынести вот это все.